Уникальные операции провели витебские хирурги вместе с коллегами из военно-медицинской академии Санкт-Петербурга на базе учреждения здравоохранения Витебский областной клинический специализированный центр. Оперативные вмешательства методом лапароскопии выполнялись в рамках научно-практического семинара «Новые технологии диагностики и лечения портальной гипертензии и ее осложнений». Такое лечение показано больным, имеющим тяжелые формы цирроза печени, осложненные развитием портальной гипертензии. У прооперированных пациентов с таким диагнозом уменьшаются кровопотери и снижается риск развития послеоперационных осложнений. Малоинвазивная операция, малотравматичная, когда уже на вторые, третьи сутки пациент ходит, на седьмые сутки выписывается пациент. А это все затраты. Это не полостные операции, которые травматичные, которые имеют массу осложнений в послеоперационном периоде. А это, через 5-6 проколов выполняются дренирующие, шунтирующие операции, которые пациенты, тяжелейшие пациенты, переносят достаточно легко. В Беларуси операции такого рода проводились впервые. Медики считают, что этот опыт прочно войдет в их практику и позволит поднять на качественно новый уровень лечение пациентов, людей, страдающих от цирроза печени и других серьезных заболеваний. Это также пациенты, которые не могут перенести трансплантацию печени. Это пожилые люди, это диабет, это тяжелые заболевания сердца и так далее. Вот не всем возможна трансплантация печени. В настоящее время она ограничена и возрастом, порядка 65-70 лет. И хирурги, и анестезиологи справились с задачей успешно. В настоящее время пациенты проходят курс реабилитации после проведенных операций, которые позволили значительно снизить риск развития осложнений портальной гипертензии. Подобные семинары в практике обмена опытом врачей из России и Беларуси проходят в Витебске постоянно. В Витебском областном клиническом специализированном центре для этого созданы все условия. В первую очередь, это условия для успешного внедрения новых технологий для лечения опасных и тяжелых заболеваний.